Сегодня в программе. Ну, ребенок, вы понимаете, ваша честь, его же надо одеть. А они отправили ребенка в дутик за 800 рублей в престижную школу, где и дети что? Все ходят в брендовой одежде. И мамы что? Приезжают на дорогих машинах, дорогих шубах. Успешный бизнесмен Олег Трифонов просит установить его отцовство в отношении 13-летнего Максима. Если его отцовство подтвердится, он готов помогать мальчику материально. Максим мечтает стать сыном бизнесмена. И ради денег, которые может дать ему новоиспеченный отец, он готов отказаться от мужчины, которого всю жизнь считал своим папой. По документам я являюсь дедом Глеба. Но на самом деле я отец ребенка. Татьяна Фирсова работала секретарем в строительной компании, пока не вышла замуж за сына своего шефа. Сейчас у них с Юрием крепкая семья, 6-летний сын Глеб. Неожиданно свекор Игорь Фирсов заявляет, что Глеб ему не внук, а родной сын. Он уверяет, что до свадьбы с Юрием будущая невестка была его любовницей. Слушается гражданское дело по иску Трифонова Олега Леонидовича к Павлову Геннадию Сергеевичу и Павловой Оксане Андреевне об оспаривании отцовства в отношении совершеннолетнего Павлова Максима Геннадьевича, которому сейчас 13 лет. Истец утверждает, что является его биологическим отцом, и на этом основании просит установить его отцовство. Ответчики иск не признают. Поясните, пожалуйста, истец, действие о рождении ребенка, собственно говоря, записан его законный отец. Почему вы утверждаете, что вы являетесь его биологическим отцом? Мы с Оксаной Андреевной встречались 14 лет назад. Я любил ее, но потом мы расстались. Она вышла замуж за Павлова и уехала с ним в Петушки. С тех пор я ничего о ней не знал, не видел ее. Мы не встречались. Я и подумать не мог, что у меня родился сын, мой сын Максим. Вы понимаете, ему сейчас 13 лет. Вы при каких обстоятельствах узнали, что у вас сын есть? Я получил сообщение в соцсети от сестры Оксаны. Она говорит: Олег, надо бы встретиться и поговорить. Мы поговорили, встретились. Это было недавно, получается? Пару месяцев назад. А. Всего лишь. И Светлана, сестра Оксаны, сказала, что Оксана родила от меня ребенка, что у меня есть сын. Более того, она показала фото. Когда я посмотрел, я точно понял, что пацан реально на меня похож. Я просто обалдел от этих известий. Я всегда мечтал. А скажите, пожалуйста, у вас семьи сейчас нет? Вы одиноки? У меня, конечно, есть женщина. Мы планируем свою семью и детей. Но если окажется, что Максим мой сын, я его буду полностью обеспечивать. Я буду его воспитывать. Я прилично зарабатываю. Угу. Он не будет ни в чем нуждаться. У него будет все, что он захочет. Олег, ты себя слышишь? Ты только потому, что мальчик внешне на тебя похож, решил так бесцеремонно вмешиваться в нашу семью? Но я же не дурачок. Объясните, пожалуйста, может, сроки вы какие-то посчитали? Конечно. Я, ваша честь, я проверил в том числе и сроки. И по срокам показалось, что все сходится. Сходится то, что я отец Максима. Оксана родила его от меня. Дело в том, что мы с ней встречались. У нас была близость регулярно. Давно, смотрите, много лет сами, назад, да? 21 января парень родился, 2005 года. А это значит, что в период примерно с 20 по 30 апреля 2004 года произошло так. Зачатие. Так. Все сходится. Мы как раз в этот период были с ней вместе. И так получается, что это мой сын. Я еще раз говорю, что я, если окажется это так, я его буду полностью обеспечивать и отвечать за него. Оксана, он не будет скажите, ни в чем нуждаться. Оксана, скажите, пожалуйста, были у вас отношения с истцом? Может такое быть, что он действительно является биологическим отцом вашего сына? С истцом отношения были. Вот как раз в тот период, когда он говорил, но раньше, он просто не помнит. Максима я родила от мужа. Понимаете? Ну что я, значит, не помню? Мы с ним расстались. Я ничего не путаю, это все точно. 15 апреля, вспомни, был мой день рождения, мы решили день его рождения отметить. День рождения твой я помню. Сходить в ресторан, как бы, но утром пришел Гена.
Так. Он явился на мой день рождения с цветами. Угу. Как бы мы 2 месяца друг друга не видели. И когда встретились, ну, как бы поняли о том, что мы хотим быть вместе, как бы, что мы не можем друг без друга. И в тот же вечер я сообщила Олегу о том, что мы расстаемся. Да, все это было так. Это все в середине апреля было, да, 2004 года? Это все было до середины апреля, да. Так. В середине апреля вы стали встречаться с Геной? Да. Так, хорошо, я поняла. Геннадий, скажите, пожалуйста, может быть такое, что Максим не ваш сын, а сын истца Олега? Да это бред какой-то. Я, значит, я хочу сразу заявить суду. Значит, я с иском не согласен. Значит, Максим это мой сын. Значит, когда появился вот этот мужчина и начал претендовать на нашего женой сына, знаете, я вот был от неожиданности просто в шоке. И чуть было ему не поверил. Знаете, после этого у нас была ссора очень сильная. И я под эмоциями, ну, мне можно было простить и понять, значит, что я ее чуть не выгнал. Кого? Жену вашу, Оксану? Да, да. Спылил, ну, потому что такое узнать, сами понимаете, не каждому. То есть у вас действительно зародились подозрения, что сын может быть не от вас? Ну, грешен, было такое дело. Значит, жена, вот Оксана, значит, она мне просто поклялась, говорит, ребенок от тебя. Ну, мы успокоились и прикинули по датам, что у нас там зачатие, дата рождения. Знаете, все нормально же получается. И я понял, что... Мы не предохранялись, мужик да, в конце апреля явно... была овуляция, да, Подождите, пожалуйста. Значит, я понял, что мужик явно что-то перепутал. Значит, мужик за свои слова отвечает. Я отвечаю за свои слова. Значит, когда я встречал жену из роддома, знаете, и вот в первый раз, когда я взял ребенка на руки, знаете, у меня такие чувства во мной овладели, что я даже вот никогда такого не испытывал. Я понял, что держу на руках родного человека, понимаете, с чужими такого не происходит. Вот я отец Максима. Понятно. Ваша честь, я могу сказать то же самое. На меня нахлынули подобные чувства, когда я впервые увидел и познакомился с Максимом. Это невозможно описать словами, выразить какой-то формулой. Максим, поясните, пожалуйста, сын. Вы уже знакомы, получается, с Максимом лично? Да, познакомились. И при очень... Я бы хотел сказать, непростых обстоятельствах. И что же это за обстоятельства? Дело в том, что Светлана, сестра Оксаны, не так просто ко мне обратилась. Была причина. Мой сын какого-то мужика на улице чуть было не ограбил. Это не твой сын! Давайте вы его пока будете называть Максим. Это такая история. Я так думаю, что в больших подробностях, более конкретно и подробно о ней расскажет сама Светлана. Она и докажет, что Максим является моим сыном. Я прошу. Она расскажет историю, что он кого-то чуть не ограбил. Она расскажет, да? Как все было на самом деле и почему Максим мой сын. Краблева Светлана Андреевна. Да, я правильно? Прошу пригласить ее. Пригласите ее, пожалуйста. Она расскажет. Да. Обо мне. Да. Проходите. И о том, почему это сын наш. Она лучше знает. Здравствуйте, Светлана. Они гении. Проходите, пожалуйста, вставайте к костю. Скажите, пожалуйста, Светлана, что вы рассказали Олегу истцу о Максиме? Да, ваша почему честь. Олег решил, это что я рассказала Максим его сын, Олегу, мальчик что... 13 лет? Это, да, это ваша честь. Это я рассказала Олегу, что Максим является сыном Олега. Дело как было. Мальчик очень умный у них, Максим. Зачем тебе это надо было? В том году выиграл математическую олимпиаду. Вот, не выиграл математическую олимпиаду. Послушайте, я кандидат математических наук. Он весь в меня, это мой сын. И... А это вот... Подождите, пожалуйста, подождите, можно сейчас свидетель расскажет суду? И Максим выиграл математическую олимпиаду. Да, выиграл математическую олимпиаду, и ему дали как бы место от городского бюджета бесплатно учиться в Москве. И Гена с Оксаной отправили мальчика учиться в Москву. Он поселился жить у из меня. Из петушков, да? Да. Угу. Они каждый месяц высылали мне по 20 тысяч. Ну, как бы, чтобы я его содержала. А вы в Москве вместе с Максимом да, живете? Да, я сама живет. Как бы не богатый человек, не миллионер. Я работаю медсестрой. Угу. Тоже у меня свой сын растет, ему тоже нужны деньги. Но двоих детей я просто не в силах воспитывать и прокормить. Мы тебе 20-ку каждый месяц высылали, тебе что, прислали. Мало, не хватало, что ли? Да, да нет. Угу. Гена, ты пойми, 20 тысяч – это хватит только на то, чтобы ребенку проездную купить, на питание, на тетрадки, на учебники. Ну, школа-то элитная, престижная. Скажите, вы поэтому решили рассказать Олегу истцу, что Максим его сын, чтобы Олег материально помогал?
Ну, дело не только в этом, я сейчас вам расскажу. Получилось так, что, ну, ребенок, вы понимаете, ваша честь, его же надо одеть, а они отправили ребенка в дутик за 800 рублей в престижную школу, где дети все ходят в брендовой одежде, мамы приезжают на дорогих машинах, дорогих шубах. И что из этого? Извините, пожалуйста, а вы родителям не могли сказать, что 20 тысяч не хватает? Ну, а как я могу сказать? Оксана является единственным добытчиком в семье. Я хочу сказать, значит, я... Нет, вы не можете говорить все одновременно. Геннадий работает уже 2 года, он уволился и сидит на шее жены. Он просто лодырь. Ищет работу, он уже 2 года найти не может. Оксана получает 30 тысяч. 20 тысяч из этих они мне присылают, вы поймите. Я не лодырь, я работаю. Я работаю над диссертацией. Это непростое дело, между прочим. И Гена, если я еще пойми, буду искать работу, ходит в я никогда школу. Это не закончу, знаете. То есть вы взрослый человек, вы занимаетесь только диссертацией, денег не зарабатываете. Правильно я поняла все? Ну... Сидит на моей шее. Все, я поняла. Ваша честь, дайте я договорю. Получилось так, что Максим, значит, ну, ходил в школу, его загнобили там, потому что, ну, ходит, ну, не пойми, чем одет, из одежды с рынка. И ничего страшного. Так... Я 10 лет не покупаю никакой Гена, одежды. Гена, дай, пожалуйста, подожди, не перебивайте, дай сказать. Дело, не в этом дело, не в этом главное. Он поехал учиться туда, Геннадий. Набирать знания, а не шмотки, не на показ мод. Ваша честь, дело получилось так, что мальчик шел домой и увидел, что на лавочке спит пьяный мужчина, хорошо одетый. И он стал с него снимать куртку и ботинки. А мужчина очнулся, как бы не такой пьяный Максим оказался. Максим стал так делать? Да, да. Схватил его за шкирку, привел ко мне с требованием денег или заведет уголовное дело. Мне просто от отчаяния позвонил Олегу, он у меня был в соцсетях, мы общались, как бы, и рассказал, что у него растет сын. Вот поэтому Олег узнал, откуда ребенок. А то, что ребенок как бы от Олега, я давно знала. А вы с ним были знакомы, с Олегом? Ну да, раньше мы были знакомы. Угу. Сестра, когда залетела, она сразу пришла, мне рассказала, что ребенок от Олега. Свет, угу. Как ты можешь? Зачем поэтому... ты? Я же тебе как сестре рассказала. Я просто зачем ты обратилась? Я не ожидала, что он откликнется. Скажите мне, пожалуйста, а вот с тем мужчиной, которого Максим хотел ограбить, как-то вопрос разрешился? Да, Олег приехал, сразу решил этот вопрос, уладил все. Мальчик, он купил дорогих вещей, телефон, он теперь ходит в школу совершенно довольный. Стал лучше заниматься. Угу. Скажите мне, пожалуйста, что вам дает такую уверенность, что вот Олег действительно отец Максима? Ну, сестра, то, что ваша мне сестра сама уверена, что она от мужа родила? Нет, сестра мне сама это рассказала, как все произошло, она мне сразу после этого рассказала. Просто она скрывала, боялась, что Гена выгонит ее из квартиры, но она его в свое время очень любила и хотела за него замуж. Поэтому как бы вот все так мы скрывали, я молчала по ее просьбе. Олег вам годы. Сейчас помогает с Максимом материально? Да, он, я говорю, он обеспечивал, присылает водителя в школу за ребенком, забирает его. А, то есть жизнь одежду. Стала совсем другой. Да, они познакомились, мальчик очень доволен новым отцом. Общаются. Давайте послушаем, что он говорит психологу. Максим, а ты знаешь, по какому поводу сегодняшний суд? Знаю, сегодня наконец-таки мой родной отец станет родным отцом по документам. И я забуду прошлую жизнь, как страшный сон. Расскажи, а что такого плохого было в твоей прошлой жизни? А что хорошего? Павлов нас вечно обеспечить не может. Он нищеброд. Я считаю, если ты нищеброд, нечего жениться и рожать детей. А Олег хороший отец. Он всем обеспечивает. Вот, у меня новый телефон благодаря ему. В кафе мы ходим, карманные деньги он дает. Максим, ну все же Геннадий Сергеевич – это человек, который тебя вырастил. Может быть, ты слишком строг к нему, ведь деньги – это не главное в жизни. А что главное? У нас 1,5 года назад кран сломался, и он до сих пор его починить не может. И мы с мамой до сих пор моемся в тазике, жрать вечно дома нечего. И еще он не может устроиться на работу, хоть мама его просила. Ему наплевать на нас, мы ему не нужны. Кого мы вырастили, а? Да же это же ублюдок какой-то. Как ты можешь говорить ты так о сыне? Ты за ублюдком не ответишь. А он что, не прав? Я тебе сколько раз говорила, устройся на работу. Диссертация, да, это хорошо. Но устройся на работу, и у тебя сын растет, ему деньги нужны. Да, Оксана, как радовались, когда его приняли в эту школу. И что теперь? Ты понимаешь, что он ущемленным себя там чувствует каждый день? Ты Оксана, понимаешь, что ребенок психологическую травму может получить? Оксана, да пойми, что весь этот сыр-бор, из-за каких-то шмоток. Да умом надо хвастаться, а не шмотками. Пойми ты это наконец. Это подростковая психика, понимаешь? Он еще ребенок, он не понимает. Он видит, что он хуже чем-то остальных, понимаешь? На него это давит. Я тебе сколько раз говорила, займись репетиторством. У тебя такой востребованный предмет, русский язык, литература. Ты и к ЕГЭ можешь готовить, и репетиторством заниматься.
Сколько раз можно сколько говорить раз просила? Об одном и том же? Я же уже сказал, я сейчас занимаюсь... А теперь ребенок ему виноват. Я сейчас занимаюсь литературой для диссертации. Ну вот видишь, я не могу переключаться. Без моей зарплаты, позанимайся, пожалуйста. Так и будет сидеть на твоей шее. Если я сейчас наберу учеников, я не смогу когда закончить тебе... диссертацию. Когда... А это в 100 раз важнее, чем эти шмотки. Понятно, это но жить-то все равно... Когда это будет? Ваша позиция понятна. Действительно, это очень важно, защитить диссертацию. Это престижно, вот. Вы сможете устроить работу в университете. Но у вас же ребенок все-таки растет. Жены. Почему вот нельзя заниматься даже хотя бы репетиторством? Это много времени не занимает. Я не честно смогу. Говоря, у вас своеобразная позиция. Не обидно. Я тоже сосредоточился на одном, на главном. Есть. Надо расставлять приоритеты. А ребенок для тебя это не главное. Скажите, пожалуйста, вы потом, когда кандидатскую защитите, сразу к докторской перейдете? Ну да, а как иначе-то? Для ну чего вот он так и будет делать? Сидеть на шее, Оксана, на твоей. То докторская, то кандидатская, то еще что-нибудь. Работать он совершенно у тебя не любит, лодырь. Забирай ребенка, начинай новую жизнь, уходи от него. Куда уходи, Свет? Куда уходи? Ты мать забрала, дом в деревне и тот продала. И этого жилья теперь нет. Куда уходи? Оксан, не волнуйся. Я уже говорил, что я вас не оставлю на улице. Я буду обеспечивать... Вас, ну, точнее, моего сына и тебя, как маму а сына. Скажите, пожалуйста, Оксана, вы сейчас живете в квартире мужа? Это не мой сын, это мой сын. Вы примете такое предложение? Ну, приму, конечно, но это только слова, сделает ли он, понимаете? Мне уже настолько дошло до точки кипения, я уже готова сама забрать ребенка, уехать, как бы устроиться самой, но я боюсь рисковать, понимаете? Вдруг Оксана, что-то не получится. Не нужно бояться, ребенка? Я все сделаю сам. Воспитывать, растить. Ваша честь, она просто боится, что он выгонит ее из квартиры. Вы понимаете, Оксана, да признайся, что Олег уже отец ребенка. Угу. Ваша честь, я бы хотел внести некоторые коррективы по датам зачатия. Дело в том, что я вначале промолчал. Ну, просто не хотелось мне как-то вредить репутации женщины. Дело в том, что... Да, 15 апреля 2004 мы с Оксаной расстались на ее день рождения. Но 30-го, примерно, где-то в конце апреля, я был у нее. Дело в том, что Ген тогда уехал к родителям в Петушки, а я к ней пришел в общагу, где Оксана жила. Угу. Там был какой-то праздник, мы, естественно, выпили, а Оксана, как девушка не пьющая, ну, ее немного развезло. В общем, я всегда ее любил тогда и... В общем, я воспользовался ситуацией. Олег, Оксана, была у вас тогда близость? 30 апреля 2004 года. Помните эту дату? Да, была, я это знаю. Оксана мне рассказала. А вы подтверждаете? Да, я знаю. Она пришла, мне это рассказала. Зачем ты это делаешь? Скажи. Я тебе говорю, признайся, что Олег отец ребенка. Будете новую жизнь, начнете. Что ты живешь, мучаешься все время? Я все понял. Оказывается, я всю жизнь... жил с женщиной. Это не так. Не надо мне рассказывать. Что вы поняли, отвечу. Я сама призналась. Я, оказывается, всю жизнь жил с женщиной, которая скрывала истинное происхождение Максима. Более того, сейчас сказала, что жила она со мной не по любви, а ради квартиры. Нет, она так не сказала. Она сказала, что она боится, что вы ее на улицу выгоните. Я ничего не слышу, что ли? Что же меня за дурака ждать? Не говорите одновременно с судом. Она не сказала, что живет с вами ради квартиры. Она сказала, что она боится, что вы ее на улицу выгоните. Это ее главный страх. А сестра она боится будущего. Она замужем за вами, и она боится того, что ее ждет. Она боится ехать в Москву, она боится, что останется на улице. Так а чей ребенок? Практически только на ее попечении 13-летний ребенок. Она зарабатывает 30 тысяч, 20 отправляет Максим. Да как тут... вы в ваших петушках на 10 тысяч вдвоем да живете? При чем тут петушки, я с трудом себе представляю. Тишина, суд выслушал аргументы сторон, показания свидетеля. Пришло время ознакомиться с результатами генетической экспертизы. Принесите, пожалуйста, конверт. Спасибо. Оглашаются результаты ДНК-экспертизы. В рамках проведенного исследования метода молекулярно-генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Трифонова Олега Леонидовича и Павлова Максима Геннадьевича. По результатам настоящей экспертизы Трифонов Олег Леонидович не является биологическим отцом Павлова Максима Геннадьевича. Этого не может быть! Что Олег отец его вообще? Я, наверное, я должен извиниться. Извиниться. За то, что я внес смуту в чужую семью. Не надо было этого вообще делать. Чужой ребенок мне, конечно, не нужен.
Оксана, я хотела как лучше, честное слово. И что из этого получилось? Для чего тебе это надо было? Что мне теперь делать? Объясни. Ты не знаешь его характер. Ты всю жизнь была уверена, что Максим — это не мой сын. А ведь клялась, божилась, плакала, рыдала. Нет, Оксана, завтра... Нет, сегодня ты забираешь свои вещи и уматываешься из моей квартиры. И сына своего такого забирай. Какого такого своего? Это и твой сын тоже. Дай мой. Его-то ты не выгонишь. Не переживайте, пожалуйста, никуда он на улицу своего ребенка и вас тоже выгнать не сможет. Пригласите, пожалуйста, пристав, лицо, в отношении которого рассматривается дело Максима, в зал суда. Суд хочет его опросить. Проходи. Максим, здравствуй. Здрасте. Пап, наконец-то я тебя могу называть отцом, и ты стал моим отцом по документам. Все хорошо? Прости, Максимка. Вот твой кровный отец. Дружить, конечно, мы с тобой будем, но ты уж, пожалуйста, налаживай отношения со своим папкой. Что? Павлов мой отец? Да, Максим. Действительно, Геннадий твой отец биологический. Знаешь, Максим, я, конечно же, отказываться от тебя не буду. Это точно. Но после того, что я здесь услышал, отношение у меня к тебе сильно изменилось. И я хочу, чтобы ты точно знал, что с твоей мамой мы расходимся. Я подаю на развод. И она уходит из моего дома. Сегодня же! Ответчик, а вы подумали, на какие деньги вы теперь жить будете? Вы же на ее деньги живете, за ее счет. Ничего, я проживу. Посмотрим, как она без меня проживет. Я не понял. А что мы теперь делать будем? Где мы жить будем? Я без тебя никуда не пойду. Я буду только с тобой. Хоть на вокзале будем мы с тобой ночевать. Максим, не переживай. Ни на какой вокзал мы с тобой не пойдем. Все будет хорошо. Мы едем в Москву, мы устроимся. Я буду частные уроки давать. Все будет хорошо. Ваша честь, я еще вот что хотела сказать. Он меня постоянно терроризировал этой квартирой, и я вынуждена была это терпеть, потому что боялась, что где мне с сыном жить, если это он только о себе всегда думает. Мы уедем в Москву, мы устроимся. Ничего, сынок, правильно, не переживай. Оксана, в Москве учителя больше зарабатывают. Я буду частные уроки брать. Жизнь, ничего, прорвемся. Суд удаляется для внесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. По документам я являюсь дедом Глеба. Но на самом деле я отец ребенка. Татьяна Фирсова работала секретарем в строительной компании, пока не вышла замуж за сына своего шефа. Сейчас у них с Юрием крепкая семья, 6-летний сын Глеб. Неожиданно свекор Игорь Фирсов заявляет, что Глеб ему не внук, а родной сын. Он уверяет, что до свадьбы с Юрием будущая невестка была его любовницей. Оглашается решение суда. В иске об оспаривании отцовства отказать, в требовании об установлении отцовства Трифонова Олега Леонидовича в отношении 13-летнего Максима отказать, актов записи об отцовстве ответчика Павлова Геннадия Сергеевича не аннулировать. Суд не устанавливает отцовство Трифонова Олега Леонидовича в отношении 13-летнего сына ответчиков, потому что утверждение, что он является биологическим отцом мальчика, опровергается обстоятельствами, установленными в ходе данного судебного разбирательства, а также заключением молекулярно-генетической экспертизы. При таких обстоятельствах суд отказывает в установлении отцовства. Судебное заседание закрыто. Прошу всех встать. Слушается гражданское дело по иску Фирсова Игоря Сергеевича к Фирсовым Татьяне Ивановне и Юрию Игоревичу об оспаривании отцовства ответчика в отношении Фирсова Глеба Юрьевича, которому сейчас 6 лет. Ответчик Фирсова Татьяна Ивановна против исковых требований возражает. Ответчик Фирсов Юрий Игоревич против исковых требований также возражает. Игорь Сергеевич, а поясните, пожалуйста, в свидетельстве о рождении Глеба указан его отец Фирсов Юрий Игоревич. Кем он вам приходится? Фирсов Юрий – мой сын.
Но и Глеб Фирсов тоже мой сын. Татьяна — это моя невестка, жена Юрия. По документам я являюсь дедом Глеба. Но на самом деле я отец ребенка. Давайте посмотрим свидетельство о рождении. Фирсов Глеб Юрьевич, отец Фирсов Юрий Игоревич, мать Фирсова Татьяна Ивановна. То есть, собственно говоря, вы считаете, что вы являетесь биологическим отцом Глеба. Правильно я понимаю? А вот мальчику сейчас 6 лет. Что же вы только сегодня в суд пришли? Ваша честь, я бы никогда не стал выносить ссор из избы, если бы Татьяна с Глебом разрешили мне встречаться и видеться с внуком. Все тебе разрешали. 2 года я с ним нормально общался, да, все было хорошо. Потом они взяли и резко меня изолировали, и последний год вообще не подпускают меня к Глебу. Понимаете? А почему так? А я не могу понять. Вы понимаете, у меня такое ощущение, что Татьяна боится, что Юрий догадается, что отец не он, а я. Понимаете? Потому что Глеб же не похож ни на Татьяну, ни на Юрия. Он копия. И вы решили рассеять сомнения вашего сына, чтобы он не мучился в догадках, решили прийти в суд и установить справедливость. Правильно? Ну, я бы не сказал так. Вы понимаете? Если бы они разрешили мне, да, встречаться с Глебом, я бы в суд не пошел. Понимаете? Никогда бы этот вопрос не поднимал. И тем более Татьяна еще и настраивает против меня Юрия. Никто меня против тебя не настраивает. Ваша честь, мой отец, похоже, сошел с ума, раз пришел с этим иском в суд и утверждает, что моя жена ему родила ребенка. Как кто? От него. Объясните, пожалуйста, действительно, почему вы так считаете? Татьяна и Юрий познакомились 15 мая 2011 года. На работу Татьяна ко мне в офис устроилась в 2010 году. А, Татьяна у вас работала? Конечно, я ее взял секретарем-референтом. Угу. Она, смотрите, смазливая, не глупая, понимаете, конечно, она мне понравилась. Ну, я начал оказывать ей знаки внимания. Она, кстати, не отказывалась от этих знаков внимания. Это где-то конфетно-букетный период длился пару месяцев. Потом я как-то ей говорю, может быть, вечерком поужинаем? Она не отказалась, она согласилась. Я заказал в загородной гостинице номер, в семейной такой, знаете, уютную обстановочку там сделали. Все, и мы туда поехали. И потом практически каждый день мы туда ездили отдыхать. И она это все принимала, и все было хорошо. И всех все устраивало, понимаете? И тут вдруг вот так. А до какого момента всех все устраивало? До тех пор, пока не вернулся мой Юра в Россию, вы понимаете? Они встретились у меня в офисе случайно. И между ними... Откуда он вернулся? С Англии вернулся после учебы, понимаете? И между ними завязалась какой-то вот любовная, как говорится, любовь. Они начали встречаться. Я же не мог сказать Юрию, что я сплю с Татьяной, что это моя женщина. Не мог он. Понимаете? Естественно, думаю, ну пройдет, парень молодой, там отдохнет и все. А нет, приходит через 2 месяца мне и говорит, Татьяна беременная, я женюсь. Но я-то понимаю, что она беременна не от него, а от меня. А скажите, пожалуйста, Игорь Сергеевич, вы же женатый человек, правильно? Ну и что? А вы не боитесь испортить отношения с вашей женой? Наверняка она знает, что вы сегодня в суде с такими исковыми требованиями. Ваша честь, какие отношения? О чем вы говорите? Их давно уже нет, этих отношений. Мы последнее время с ней спим в разных кроватях, в разных комнатах. Я не боюсь. Почему они ей разрешают, моей жене, видеться с Глебом, а мне нет? Почему я должен думать о ее чувствах, понимаете, как себя там будет чувствовать? Почему обо мне никто не думает? Поймите правильно. Да, я же тоже живой человек. Я тоже хочу общаться с Глебом. Постоянно. Понимаете? Я хочу его водить в детский сад, хочу с ним играть в футбол, собирать конструктор. Ответчик, Татьяна, а скажите, пожалуйста, суду, почему вы не разрешаете вашему свекру видеться с вашим сыном Глебом? Действительно, это немножко странно. Он же ведь дед. Во-первых, встречаться с его внуком мы ему разрешаем. Мы и звоним, и пишем, и в гости вас приглашаем. Но постоянно. Сами, это неправда, да, то, что говорит истец? Нет, это неправда. Врёт. Он просто не приходит. Я вру. Во-вторых. Конечно, во-вторых, ты. А что еще? Что меня не устраивает? Мне на самом деле просто кажется, что Игорь Сергеевич внука ничему хорошему не научит. Я расскажу. Просто когда я родила ребенка, свекр начал во все лезть. Он определил, куда отдать Глеба учиться, на кого, на какую профессию, в какую школу. Ну, а что здесь плохого? Ничего, что здесь ничего, плохого? Ничего. Просто по привычке любит начал... контролировать.
Начал командовать, как всегда. Когда Глебу было 4 годика, он мне, знаете, что заявляет? Он мне говорит, я хочу стать крутым бизнесменом, деньги... Глеб так говорит. Да, Глеб, деньги — это самое главное в жизни. Ваша честь, деньги действительно решают. И ради денег можно пойти на все. 4 года решают все. Вот, ну ребенку 4 годика, сами понимаете, он такие слова. Понятно, что он повторяет, даже не осознавая смысл сказанного. Да, это слова деда. Чистые, вот он так же говорит. Угу. Меня это категорически не устраивает. И мы не против, чтобы он виделся со своим дедом. Мы, как бы, я сказала, мы звоним, в гости приглашаем. Постоянно. Ну, чтобы виделся в присутствии меня с Юрой. Ваша это честь. Правильно. Это вранье. Сплошное вранье. Они мне не звонят. Особенно последний год. Понимаете, ни одного звонка не было ни от Татьяны, ни от Юрии. Ни одного звонка. Я, когда им звоню, они берут трубочку и постоянно ищут какие-то отговорки. Ой, Глеб сегодня болен, он не может... Так он болен. Татьяна, у вас получается, ой, Татьяна, ответит, тишина, у вас получается совершенно противоположная версия. Как так получилось? Не просто же так истец все это нафантазировал? Я считаю так, что на самом деле, нет, мы действительно звоним, мы приглашаем его, бабушку. Почему он с бабушкой не приходит, я не понимаю. У вас никогда не было отношений с отцом, Татьяна? Что? У вас никогда не было отношений с отцом? Она вам он все это я придумал. Я действительно работала у него в фирме. Да. Интимных отношений у нас никогда не было. Да ты что? Да. Интимных не было, я работала, он мне делал непристойные предложения. Да, да. Это было. Которые ты да, принимала, я не принимала их, потому что я тогда молодая была и глупая, да, но да. даже... Вы не принимали, я не потому принимала. Что молодая я были понимала. Глупая? То есть были бы постарше, приняли бы, получается, не знаю, так, нет. что ли? Я на самом деле понимала и тогда, что служебные романы на работе заводить, ну, не стоит. Все эти предложения продолжались до тех пор, пока я не встретила Юру. Юра пришел к нам в фирму как раз в мае 2011 года. Я его увидела, он вернулся с учебы. Жена правду говорит. И сразу в него влюбилась. Ну, молодой, красивый человек. Мы с ним обменялись номерами телефонов, начали переписываться, а потом через неделю у нас... Ну, быстро так случилось, у нас роман был уже в самом разгаре. И получается, как раз конец мая 2011 года, к слову о том, что давайте посчитаем. Давайте я как раз посчитаем. Забеременела. Конец мая. Глеб родился 17 февраля. Да. 9 месяцев да. прошло. А последняя неделя мая у нас с тобой такой да, бомбурный роман. Да, действительно, по календарю получается, что 9 месяцев. По да. срокам да, все да. сходится. Вот как раз 17 мая родился Глеб. На работу к Игорю Сергеевичу я больше не вернулась. И Глеб — это наш с Юрой сын. Да. Приходит в базу. Это наш сын. Татьяна, а как по-вашему, зачем истец выдвигает такие исковые требования? Зачем он утверждает, что он является биологическим отцом я Глеба? Я считаю, что это очевидно. Месть. Просто Юра 4 года назад ушел из компании отца и начал свой бизнес. Он сейчас совладелец крупной инвестиционной компании. Какое это отношение к ребенку имеет? Да, я расскажу. Он успешный человек, все у нас хорошо. Юра, ваш муж? Да, свекр, он просто мстит. Он бесится, что Юра теперь самостоятельный человек. Что он от него никак не зависит. Просто Игорь Алексеевич, он властный человек. Он из Юры в детстве хотел слепить то, что ему нравится. Он из Глеба сейчас пытается это сделать. Он просто злится, что Юра теперь сам по себе. Ну тебе же нравится мой сын? Да, и что? То есть он просто хочет вам жизнь испортить, да? Хочет вам жизнь испортить, снести в конфликт вашу. Это, по-моему, очевидно. Угу. Скажите, пожалуйста, Юрий, вы совершенно уверены в том, что заявление вашего отца абсолютно беспочвенное, правильно? Да, это абсолютно беспочвенное заявление. Первая причина, почему он пришел с этим иском в суд, это то, что он хочет мне напортачить моей деловой репутацией, как-нибудь подцепить меня. А вот Таня молодец. Я никогда не поверю, что она крутила с моим отцом. А вот то, что он к ней подкатывал, подбивал клинья, это точно было. Она мне сама рассказывала. А вот благодаря Тане, я ушел из компании отца, перестал работать за 3 копейки и зависеть от него. Благодаря Тане она вас убедила в том, что вы ушли да, от отца? Да, она меня уговорила. Она меня уговорила. Сказала, зачем ты вот зависишь от отца, который тебе не дает никуда выйти из рамок там, с моей работы. Я хотел развиваться, я хотел расти как бизнесмен. У вас получилось, я правильно понимаю? Да, конечно. После того, как я ушел, да, было мне тяжело. Было да, очень тяжело. Деньгами. Но теперь все хорошо. Потому что Таня уговорила меня уйти, и я начал практически с нуля. Но мы вместе и вот с ней папа шли. Теперь пришел в суд и, собственно да, говоря, вообще, говорит неправду. Я вообще не понимаю, как можно с этим иском, с этой идеей прийти в суд. Только, чтобы меня зацепить, чтобы мне досадить. А истец даже свидетелей пригласил, истец. У вас свидетели заявлены? Сказать, что я вру? Это да, ты врешь, ему, папа. Что Глеб от него?
Ваша честь, я прошу пригласить в суд моего свидетеля, Павла Фирсова. Это мой старший сын. Павлик. Ваш старший брат, соответственно. Да, это мой брат. Павла Фирсова, пригласите, пожалуйста. Сейчас он-то вам все и расскажет. Он все расскажет, что ты ему сказал. А ты лучше скажи правду, пока не поздно. А что нам Паша-то расскажет? Он все расскажет, он все знает. Он всегда рассказывает то, что он хочет. Он, кстати, первый раз заказывал, не я заказывал, потому что я всегда делился с ним. В гостинице? Да, когда первый столик заказывал. Он у нас послушал просто, он в фирме. Когда я работал. Павел, здравствуйте, проходите, просто вставайте к вашему папе. Павел, скажите, пожалуйста, суду, что вам известно о происхождении Глеба? Ваша честь, я знаю точно, что Глеб является сыном моего отца. Откуда интересно? Так. Знаете, я с отцом работаю уже много лет, уже лет 10 как. И я уверен, он мне рассказывал, что у них были отношения с вот этой девушкой, с Татьяной. И, знаете, в свое время он влюбился в нее, ушел. Ваш папа влюбился в Таню, да? Сестру вашего брата. Он влюбился в Татьяну. И знаете, а потом Татьяна, получается, ушла. Он ради Татьяны хотел бросить нашу маму, развестись с ней. Но в итоге, как оказалось, от него Татьяна ушла. И мой отец был очень сильно расстроен этим самым. И в итоге... Ушла к вашему брату, да? Да, ушла к моему брату, к Юрию. В итоге мой отец был расстроен и, так сказать, подавлен этим событием и рассказал мне, что... Ты еще про базу расскажи. Тем самым, когда Юрий связался с Татьяной, он сдал все наши контакты и все дела, которые были... заработаны. Какие годами. Какие контакты? Семейные... Конкурентам сдал. Какие контакты? Все, и ушел конкурентам. Я ушел. Так, подождите, пожалуйста, давайте немножко по порядку. Вот вы говорите, что ваш папа влюбился в Татьяну, в ответчика. Она его бросила, ушла к вашему брату, к Юрию, да? Да, к Юрию. А почему ваш папа утверждает, что он отец Глеба? Когда он был подавлен, а мы были с ним, естественно, близки очень, потому что, я у него один остался. Он мне... Один. Так ты не обращал внимания вообще на отца? Ну, конечно, конечно. Вот. Не обращал. И, Ваша честь, он мне рассказал, что Глеб является его сыном. То есть вот только потому, что он вам это рассказал, вы поверили, сейчас пришли свидетелем в суд, ну, потому да? что, понимаете, отцу незачем мне врать. Сына. Мы с ним были довольно близки. Ты, Паша, всегда был под Халимом, так же? Нет. Ты всегда любил деньги. Ни отца, ни мать. А бумажечки хрустящие. Ты лучше скажи, сколько тебе отец заплатил? Юра, ты что, свою бумажку? Юра, какие деньги? Ты о чем? Ты до сих пор подачки? Он мой отец. Он остался один, ты его покинул. Конечно. Что, действительно, действительно, Игорь Сергеевич, вы платили вашему сыну? Конечно. Он дал показания в суде. Он мой отец. Какие я мог ему заплатить деньги? Это тебе не стыдно было забрать у отца? Что вы сейчас, тишина? Я сейчас безработный. Да, фирма моя обанкрочена. Юрием и Татьяной, с их помощью, да? Я вообще в шоке. А каких можно быть... То есть Юрий от вас ушел, сделал свою фирму, и вы обанкротились? Да, прихватив базу, клиентов, короче, денежки, все, они грамотно все сделали. И ушел к моим конкурентам. А он тебя мстит. И в данный момент, да, я бы мы никогда с нуля не стал начали. Бы поднимать с какого этот нуля? Вопрос. Почти понимаете? С нуля, у нас ничего вот не было. Действительно, может быть, имеет смысл пожалеть вашего папу? Компании. Вы ему с внуком запрещаете общаться, а у него, получается, мы ничего мы нет. Мы не запрещаем. Он остался без работы, без денег, без всего. По вашей вине. Врет постоянно. Это я его в зоопарк его водил. Откуда про деньги ребенок знает? Мы ему никогда а скажите, об этом не пожалуйста, говорили. Ваш сын у вас, Глеб, не спрашивает, а где мой дедушка? Куда он делся? Почему он больше не приходит? Такой дедушка. Глеб уже забыл, что у него есть дедушка. Да вот такой... это ты вот так рукой зачем на отца махнул. Зачем такой дедушка? Лучше вообще никакого пусть а давайте будет. Послушаем, что Глеб психологу рассказал. Глеб, скажи, пожалуйста, а что ты больше всего любишь? Я больше всего люблю ходить в зоопарк. Мне очень нравятся слоны, только они не всегда гуляют. А кто тебя в зоопарк водил? Дедушка. Я был недавно с дедушкой в зоопарке. Нам сказали, что слонам холодно, поэтому их не показывают. А кто тебе еще нравится из зверей?
обезьяночки, они смешные. Дедушка мне сказал, что они никогда не болеют простудой. Я болею, а вот обезьянка простудиться не может. Надо же, какой у тебя дедушка умный. Да, дедушка мне рассказал про слонов и про обезьян. И мой дедушка самый любимый на свете. Ты мое солнышко. В смысле? Солнышко. Игорь Сергеевич, вы что, ребенка в зоопарк водили? Это ну когда что, случилось? А что, не имею права? Он говорит, Паша недавно. Паша ему помогал. Вы скажите, его пожалуйста, Игорь Сергеевич, забрали. Сюда к вам вопрос. Вы говорите, что, собственно, ответчики не разрешают вам видеться с Глебом. Как же так получилось, что вы без их разрешения взяли ребенка, отвели в зоопарк? Незаконно, ваша честь. Ваша как честь? Незаконно? Вообще-то по документам... Потому что он его дед. Я являюсь только родители могут ребенка, а фактически его отцом. И пусть оценят мое благородство, оценят, что я до сих пор не сказал Глебу, кто его настоящий отец. Хотя думаю, что вскоре я это сделаю. Вообще-то вы, наверное, это сделали, исходя из интересов ребенка. Представляете, как его мир перевернется, если вы ему вдруг такое скажете? Я с тобой еще разберусь. Только не думай, что тебя с рук это сойдет в очередной раз. У наивный чертовский мальчик. У вас заявлен свидетель. Ваша честь, да, я прошу пригласить моего свидетеля. Это моя мама Кирсова Наталья Антоновна. Ваша она расскажет, почему мой папа никак не может быть отцом Глеба. Кирсова Наталья что Антоновна, сейчас все узнаем. Успокойся. Это мама. Что происходило это на работе? Мама. Да. Проходите. А я все помню. Человек все столько это лет прожил. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Она же столько лет. Надо было снимать вот. Терпела тебя мама. Терпела. Наталья Анатольевна, поясните, пожалуйста, суду. Вот ваш супруг утверждает, что он не дед Глеба шестилетнего, а его биологический отец. Что вы можете рассказать суду по этому поводу? Ваша честь, Игорь никак не может быть отцом Глебушки. Он уже лет 9 как импотент. Это я-то импотент, да я с тобой импотент. Проблемы с импотенцией. В грязном халате. У него начались уже... Тишина, пожалуйста, не оскорбляйте сторону. Вы что, истец? Жена. А где-то в 2010 году как раз он проходил даже курс лечения от импотенции. Он принимал гормоны. Тогда устроил у нас в доме на гормонах такой страшный террор. Он изводил детей. Это было. Он меня мучил, он вел себя просто на... Я вас всех... Как ты орал? Я вас всех содержу. А кто вас содержит? Ухом. Я вас и содержу всех. Он вел себя просто как базарная баба. У вас же денег нет, чтобы всех содержать, естественно. Подождите, пожалуйста, вы уже выступали, сейчас свидетель говорит. Так, продолжайте, пожалуйста. А вот 8 лет назад у Игоря Сергеевича начался роман с Татьяной, тем не менее. Вы знаете, мне об этом ничего не известно. Ничего не известно. Да. Наши с ним отношения на почве импотенции давным-давно уже испортились и зашли на нет. А вот то, что у него роман где-то там... Я, честно говоря, не замечала. Игорь, ты зачем вообще весь этот балаган и суд устроил? Я ты зачем тебя суд пришел? Зачем? Ты для чего хочешь Игорю-то все испортить? Ты думаешь, раз мы с тобой разводимся, ты свою личную жизнь по-другому устроишь? Ты 6 лет Глебушку но считал своим внуком. Он вообще говорит, что хочет общаться с Глебом. Да вы знаете, он не хочет общаться с Глебом. Он хочет одного, он хочет Юри отомстить. Ведь после это того, как точно. Он банкротом стал, вот теперь, поехали. У него идея фикс. Он стал банкротом по вине Юры. Он так считает. Угу. И теперь у него идея фикс, и все свои силы, все свои старания он направляет только на то, чтобы испортить ему жизнь и ему отомстить за все. И вот он выдумал этот суд, и это просто лишний повод ему отомстить. Все да, понятно. Я думаю, пришло время ознакомиться с результатами генетической экспертизы истца. Будьте любезны, принесите, пожалуйста, конверт. Спасибо. Оглашаются результаты генетической экспертизы Фирсова Игоря Сергеевича. В рамках проведенного исследования методом молекулярной генетической индивидуализации с целью определения биологического родства был выполнен сравнительный анализ генетических профилей предполагаемого отца Фирсова Игоря Сергеевича и Фирсова Глеба Юрьевича. По результатам настоящей экспертизы Фирсов Игорь Сергеевич является биологическим отцом Фирсова Глеба Юрьевича. Ну что? Теперь будете опять говорить, что я тут сошел с ума, что я дурак? Папа, я говорил. Убедились? Все убедились? Кто отец настоящий? А? Таня, что ты там стоишь? Забирайся, уходи от Юрия. Все равно живете как кошка с собакой. Будем вместе нашего сына воспитывать. Ребенок, он всю жизнь считал его дедом. Господи, что теперь с ним-то будет? Вы знаете, какой он отец? Тем он не отец, это одно название. Правду. Вы знаете, как он терроризировал? Я всю жизнь мягкий глаживал его острые углы. Он детей... Терроризировал Павла и Юрия? Он ужасный отец. Он мог на целый день детей без еды оставить. Он их просто избивал. А Юра, между прочим, вот не даст соврать. Он ему руку один раз просто вывихнул. Со
совсем. Мы к врачу не пошли, мы его боялись все. Я боялась, и дети боялись. Ваша чего терпели, раз так боялись? Да ради детей не разводилась. Ну куда им? Мама, что ты такое говоришь? Своих парней я оставлю без отца. Мам, ну, теперь послушай, нет, все, наступило мое время, теперь я точно разведу. Но нельзя ему быть отцом, понимаете, нельзя. Как он ребенок? Ваша честь, ну, можно слово? Как он будет его воспитывать-то? Я на самом деле же думала, что Юра отец. Юр, Юр, прости меня, пожалуйста, я не изменяла тебе, когда мы стали встречаться, Юр. Я после этого я не спала с твоим отцом, Юр, прости меня, пожалуйста, Юрочка, Юр. Ладно, говорила, не спала, не встречалась даже. Ладно, Таня, не надо извиняться. Мне же отец и раньше рассказывал, что спал с тобой. Такие подробности рассказывал, что я тогда еще понял, что он ничего не придумывает. Ваша честь, Тань, можно оставить все? Ну это раньше было. Я тебя люблю, Таня. И ты тоже любишь меня. Так невозможно притворяться. Юр, просто... Ваша честь, пожалуйста, оставьте все как есть. Не да, надо! Оставьте. Ваша честь, это никому от этого лучше не будет. Он как дед, понимаете, как суд может оставить все как есть, только если истец сейчас отзовет свой иск. Он не наркоман, он не алкоголик. Суд может вынести решение вопреки заключению экспертизы только в исключительных случаях. Пожалуйста, оставьте как есть, в интересах ребенка. Что будет с Глебом? Ваша честь, а как нам жить? Как нам вот с этим жить? Да нормально. Ваша честь, это же для ребенка. Я думаю, вы разберетесь. Суд удаляется для вынесения решения. А я брат, как мы проживаем? Прошу всех встать. Вы просто... не получите. Да пошли, парни. Да, пойдем, пойдем. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Иск об оспаривании отцовства ответчика и об установлении отцовства истца удовлетворить. Установить отцовство истца Фирсова Игоря Сергеевича в отношении 6-летнего Фирсова Глеба Юрьевича. Аннулировать запись об отцовстве ответчика Фирсова Юрия Игоревича в записи акта рождения Фирсова Глеба. Данные о личности отца или матери имеют правовое значение только при спорах о воспитании ребенка. Поэтому ответчики, какой истец на самом деле? Тиран, он плохой человек, злобный, мстительный. Он такой и есть. Не имеет никакого значения. Когда вы будете определять порядок общения с ребенком, тогда вы можете это заявить в судебном порядке или, может быть, вам попытаться договориться, потому что, уважаемые ответчики, вы должны понимать, что истец, что сейчас у Глеба, если вы ему скажете, что вы являетесь его отцом, может случиться психическая травма, вы травмируете ребенка. Поэтому я вам советую попытаться как-то между собой договориться, определить порядок общения с Глебом. Потому что единственная причина, по которой истец пришел сегодня в суд, это то, что вы не разрешаете ему общаться с Глебом. А Глеб его очень любит. Как он? Ваша честь. Вам решение суда понятно, стороны? Судебное заседание закрыто. Прошу всех встать. А я говорил. Съели. Доказывал, что не спала с отцом. Если вы будете... Заседание закрыто, прошу на выход. Мы с тобой еще разберемся. Не надо, если вы мне будете разрешать. Я сейчас не буду поднимать этот вопрос. Я вам еще раз говорю.